Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У нас вторая часть заказов Фаберлик по третьему каталогу, и она будет без лица, потому что здесь такие продукты, которые нам с вами лучше рассматривать так. Ну что, я просвочила палетку, вот как она выглядит, вот упаковочка. 58-56 ее артикул, да, вот, кстати, свотч красно-такой ягодной подводки, да, чтобы вам лучше было видно, как она выглядит. Стойкий, все отлично, все никуда не девается, все супер. Так, теперь смотрим палеточку. Я бы сказала, что она очень низко пигментирована и очень-очень дешевого, девчонки, качества. Вот тени Фаберлик вообще ни разу практически не радует и мало действительно достойных. Я ее уже просвочила, чтобы показать вам свотч при естественном освещении, пока у нас не стемнело. Свотчила в порядке от, сейчас покажу, от вот этого, потом вот так, вот этот ряд с первого до третьего. То есть вот у нас с вами вот этот оттенок первый, дальше сиреневый, вот он, дальше этот, потом вот этот, вот он, светлый самый, розовый шиммерный, потом у нас вот этот, он самый пигментированный вместе с коричневым, и вот этот вот, как, не знаю, бежево-персиковый. Кстати, красивый оттенок, но чтобы даже перенести мне эти тени на руку, мне нужно было макать палец по три раза. То есть даже пальцем они очень плохо набираются. Это пальцем вот по три раза я макала, чтобы вот такие сводчи получить. Да? Она очень пылит. Сейчас покажу. Видите? Сразу рефил, он весь в пыли. Пылит безумно, пылит жутко. Даже когда вы делаете сводч, по всей руке у вас пыль. Все волосы пушковые в пыли, вот в этом шиммере. И выглядит это, конечно, неопрятно, они однозначно будут сыпаться. Не знаю, только если при влажном нанесении, допустим, послюнявили пальчик, макнули в тени. Смотрите, как ярко зато сразу передается. Да, и нанесли на веко. И то, видите, кусками, прям кусками. Надо растушевывать, и они все равно сыпятся. А вот так, смотрите, как красиво. Когда однородная текстура вот такая вот, очень красиво. Здорово. Поэтому качество теней однозначно оставляет желать лучшего. Переносятся они плохо, но мы с вами еще будем делать с ними макияж в следующих видео и посмотрим, как они себя поведут. Да, вот такая вот упаковочка. И покажу вам свотчи при естественном освещении, когда посмотрим еще тональник. Я его уже открыла и тоже просвочила. А, так, артикул его у нас с вами, где он, господи? А, вот он, 60. 5,61 я взяла средний тон, не помню, как он называется, но, в общем, который посередине, не самый бледный, не самый яркий, взяла средний. Посчитала, что такой мне должен подойти. Крышка, кстати, у меня пришла треснутая. Опа, уже не треснутая, уже отломана. Но я вообще этот тональник планировала в кушон переложить, видите? Можно сдать, можно поругаться, но так как мне эта упаковка не нужна, как бы я на этом внимание акцентировать не буду, но тем не менее, да? Ну, что это такое? Так, вот так он у нас запечатан. Вот эта штучка вот открывается. Здесь, кстати, много тональника. Так, а как он, собственно говоря, выглядит? Вот от него свотч. Я уже растушевала его слегка вот здесь. И я пока не могу понять. Сейчас на другой руке попробую, как он поведет себя на лице. Набирается он действительно, как и уже говорили многие випы, которые брали раньше. Он, видите, такой как желе. То есть пальцем набирается достаточно тонкий слой. Хотя, в принципе, нет, нормальный. Мне вот такого достаточно. И переносится, да, как? В принципе, неплохо, он получается легким. Я не знаю, будем пробовать наносить его с вами разным способом. Попробуем и кисточкой, и спонжиком, в смысле бьюти-блендером. И, ну вот пальцем, это достаточно тонкий слой. Я люблю такое покрытие, потому что нет сильных изъянов, которые нужно скрывать, да. И я хочу вот эту всю систему вообще в кушон перелить. Мы с вами в следующем видео замутим такую тему, да. Видите, он как трясется. Легенький. Почему-то вот он мне развиту дает, когда растушевываешь. Вот какой-то розовый оттенок, я не могу понять. Наверное, камера вам не передает. А так, смотрите, как желе. Вот такой. А когда на руку набирается, он становится какой-то такой водянистый, как BB-крем, что ли, я бы сказала. Видите, вот водянистый, неплотный совершенно. Хотя все равно красноту какую-то легкую перекрывает. Есть у него перекрывающая способность, поэтому, ну, не знаю, девчонки, будем тестировать на лице, потому что так вообще очень сложно говорить. И посмотрим, что из этого получится. Да, с крышкой, конечно, вообще прям беда. Она теперь закрутится хоть? Закручивается, слава богу. Так, поехали дальше. Что у нас еще с вами интересно? У нас интересная с вами подводка. Я взяла сиреневую, блин, я вся в тенях, в свотчах, в тональном креме и так далее.
Так, подводка сиреневая. 55-366 ее артикул. Серия Жардин у нас с вами, да? Давайте распечатывать, тоже свочить. Так. Мне кажется, с этой палеточкой можно сделать очень красивый тематический макияж и с этой подводкой. Я надеюсь, что у нее такой же удобный наконечник, как и той, которую я вам красную показывала, предыдущий, да? Я надеюсь на это, по крайней мере, искренне. Да, такой же наконечник, как у этой подводки. Очень интересный. Так, Кристюша тут со мной снимает видео. Не свали лампу, милая, пожалуйста. Она уже без меня никак. Ой, он блестящий. Вы знаете, вот если вот этот красный, он матовый, то этот блестящий. У него такой вот сатиновый, скажем, блеск, да? Можно тоненькую сделать. Наконечник абсолютно такой же, как у подводок из Glam Team. Вот такой красивый оттеночек. Будем с вами пробовать тоже на лице. Я думаю, вот с этими тенями, но они уже какие-то вот не сиреневые, вот они, а такие какие-то розово-сиреневые, да? С вот этими тенями тоже будет красиво. Вот эти мне понравились, они такие более-менее пигментированные хоть. Будем делать. Вот свотч при естественном освещении, начиная с первого и до последнего. Вот последний такой персиковый, да, как будто оттенок на руке. Камера передает вам сейчас все достоверно. Снимаю, пока светло, чтобы вы видели, как они выглядят при естественном освещении. Так. Ну, все вроде четко передается, все верно. Только фокус нас с вами иногда подводит. Вот. В общем, вот так. Шиммерные. И вот тональный крем. Вот его свотч. Вот такой немножко с желтинкой. А вот тут он уже ниже, да? А он подрастушеванный. И почему-то, когда он подрастушеванный, он чуть-чуть уходит в розовый. Вот даже над этим свотчем я вижу, немножко кожа розовеет. В общем, он кажется, что он с желтинкой, но на самом деле это не так. Сейчас попробую по-разному свет, чтобы поиграл. Но вообще камера вам передает достоверно. Ну, вообще это мой цвет. Будем смотреть, как он будет лежать на лице. Немножко опять верхушку тушанула. И вот вам камера не передает, а мне передает, вот, что немножко розовеет лицо. Лицо, рука. Да? Поэтому посмотрим, будем делать с вами макияж с ним и посмотрим, как это все выглядит. Так, дальше что, девчонки, интересного? Дальше у нас с вами интересные БАДы. И не только новинки, но и старинки, скажем так. Сейчас все посмотрим. Я взяла себе пропить секреты фокус, милый дорогой, Востока. Я уже пропивала, и мне очень понравилось. Я чувствовала себя хорошо, когда я пила секрет. Кристюша, милая, отдай. Отдай провод. Кристюше надо кушать провод от лампы. Так, на тебе вот чего-нибудь покушай, вот тряпочку покушай. На. Так, секреты Востока. Я чувствовала себя хорошо, бодро, даже если не высыпалась, мне очень понравился эффект. Я пропила курс, тут, по-моему, по 2 капсулы в день, если я не ошибаюсь, вот этой упаковки на месяц как раз хватает. Да, по 2 капсулы в день запивать стаканом воды. Они классные, прям начну сейчас пить, потому что я уже сняла видео, девчонки, оно раньше выйдет, да, наверное. Хотя нет, оно выйдет завтра, скорее всего. Про то, какие БАДы пила после удаления желчного пузыря и какие у меня хорошие анализы, как все как бы ну, достойно и хорошо завершилось, надеюсь. Так, артикул «Секрет Востока» 157-10. Вот так они выглядят, достаточно крупные капсулы такие, да, масло внутри. Будем пить. У этого препарата есть много противопоказаний, как у любого другого этого БАДа, да, поэтому смотрите, читайте про каждую травку. Так, лампа пошла в ход. Смотрите, читайте про каждую травку, потому что при каких-то заболеваниях они крайне противопоказаны. И это надо знать. Так, следующий БАД. Живица. Лампа улетает. Мелочь на полу пользует. Я даю Ксюше живицу по одной штуке в день. Ксюше 8 лет. С 5 лет мы пропиваем живицу курсами. Сейчас у нас был небольшой перерыв. Я еще одну баночку у себя нашла в запасе. Вот она, кстати. Сейчас покажу вам это, пока вскрывать не буду. Артикул ее 157-28. Здесь 90 капсул. То есть хватает надолго. Сама пока пить не буду. Мне достаточно будет секрет. Востока и чагу я пью еще. И много БАДов. Вот такие вот они. Зелененькие, маленькие. То есть ребенку, в принципе, удобно пить. Я и даю по одной. Хотя можно, в принципе, уже 8 лет и по 2 давать. Вещь классная. Мы не болели с этим БАДом, когда ходили в садик в сезон простудных заболеваний. Я ей давала курсом. И вообще, я в этот препарат очень верю. Препарат, мне хочется препаратом назвать, да? И всем рекомендую. Так, дальше из стареньких еще гепатофорта. Я пропила целую упаковку после операции и решила пить дальше еще. Хочу организм свой поддержать.
Тоже классная вещь, классный состав. 60 здесь уже штук. И мы пьем с вами, по-моему, по 2 штуки тоже в день, запивая стаканом воды. Артикул 157-59. У кого есть проблемы с пищеварительным трактом, с язвой, может быть, гастритом и так далее, прям очень рекомендую. У меня их нет, но чтобы и не было. Я упаковку «Кристюша» допила, и вот буду, хочу начинать еще одну, прям не прерываясь. Они тоже вот такие крупные. «Кристюша». На баночку поиграйте. На, смотри. Смотри, какая погремушка. На, держи. Так, отвлекли пока. Продолжаем снимать дальше. Это два новых БАДа. Смотрите, какие большие банки по сравнению с другими, да? Это у нас с вами витамин D3 и омега-3 с глицерином. Я тоже пью сейчас D3, но поменьше, кстати, да? И здесь у нас 60 штук, так как ребенку принимать. Рекомендуется, ну, это все понятно. Состав: масло растительное оливковое, витамин D3, в скобках холекальциферол. Кто понимает, девчонки, напишите, хороший ли состав. Смесь токоферолов, антиокислитель. Все. Короче, это оливковое масло в основном, ну и витамин D3 там потом. Так, детям от 1,5 до 3 лет по одной в день во время еды, детям старше 3 лет по одной ампуле 1-2 раза в день во время еды. То есть 1-2 раза в день, не по 2 получается один раз, а по одной 1-2 раза в день. Так, скрутите или отрежьте хвост ампулы и выдавите содержимое в напиток, на еду или в ложку. А что, просто так выпить нельзя? Продолжительность 1 месяц. Допускается регулярный прием с 10-дневным перерывом. Так, артикул 157-78. У нас тут фокус не подводит. Открываем, кстати, заглушка такая от детей. Надо надавить, чтобы открыть. И смотрите, как запаковано. Отрываем хвост. А я не понимаю, а почему нельзя так выпить? Зачем хвост отрывать и выдавливать? У меня ребенок так пьет. Вообще не понимаю. Слушайте, надо в обратную связь написать, а можно ли, ну, принимать вот так, проглатывать. Видите, отрываем хвостик у рыбки, тут такой хвостик, да, и выдавливаем. Да, Кристюш, да, сладкий, тебе такое еще нельзя, тебе такую рыбку нельзя. Странно. Я спрошу в обратной связи, обязательно можно ли так целиком пить, но уже с этим хвостиком, конечно, это будет неудобно. Да, но, видимо, это для маленьких деток от 1,5 до 3 лет придумано именно специально. Дальше, омега-3 с глицерином. Здесь тоже у нас с вами 90 штук. Так, то есть тут у нас с вами получается детям старше 3 лет и взрослым по 3-6 жевательных капсул в течение дня во время еды. По 3-6, то есть можно не за раз, можно за несколько приемов. Продолжительность приема 1 месяц. Интересно. Так, артикул 157-80, здесь уже жевательные капсулы, здесь уже интереснее, 90 штук их тоже. У нас с вами все закрыто. Ух, и не просто как открыть. О, открыли. Ой, какие красивые. Сейчас попробуем с вами, смотрите. Такие матово-розовые, да? Классные какие. Вот такие вот. Сейчас с вами попробуем. Хоть и не во время еды, ничего страшного. Они такие мягенькие. Такие мягенькие. И пахнут. Ну, куда вы, мои дорогие? Ой, фруктиками прям всеми подряд. Очень вкусно пахнут. И смородинкой, и малинкой. И с кислинкой. Аромат обалденный, девчонки. Так, пробуем. Внутри такая начиночка жидкая, как сок. Очень вкусная. А сама вот эта оболочка, она твердая. Вот я ее жую, не могу никак разжевать. Мне кажется, это ребенку не очень приятно будет. Вот только разжевалась. Поначалу ее раскусываешь, оттуда сок вытекает в рот, и кажется, что вот эта оболочка, она вообще никогда не прожуется, если честно. Вот первое впечатление, видите, тоже крышка такая, специально от деток, да? Вот кому интересна информация про БАДам, можете почитать, ознакомиться, нажать паузу, составы и так далее. Ну, вот эта штука прикольная. Вот это детям интереснее будет, видите, от 3 лет. А вот этот БАД от 1,5 лет у нас с вами получается тоже информация, кому интересно. Вот. На паузу можете нажать и почитать. Да? Я в обратную связь спрошу, конечно, про хвостик. Ну, будем пить по инструкции, наверное, все равно, потому что уже неудобно. Да. Ну ладно, ничего, вот эти вкусненькие. Вкусненькие, но оболочка жестковатая. Ребенку 3-4-5 лет, мне кажется, будет очень неприятно. Моя-то еще поест. Да? По 3 штуки буду ей, наверное, давать. По 6 это уже, я думаю, взрослым. По 3 штучки, мне кажется, во время еды получается опять тоже. Но во время еды, кстати, тоже неудобно. Такой вкуснятину есть во время еды. Там ешь ты суп, а тебе такую вкуснятину дают в перерыве. Ну ладно. А чтобы лучше усвоилось, да, нужно делать так. Так, ну и все, мои хорошие. Так, БАДы мы с вами разобрали, палетку мы с вами разобрали, подводку разобрали. Кстати, по стойкости она, в принципе, абсолютно такая же,
как и это, то есть достаточно стойкая, ничего не стирается. В следующих видео будем с вами делать макияж, тестировать другие новинки, подробные отзывы вам уже оставлю, тогда расскажу. Но на этом прощаюсь, кстати. А, каталог у нас с вами еще, вот каталог, какой классный, яркий, суперский. Подарок у нас здесь будет тоже неплохой, одна из моих любимых тушей Miss Curl и палеточка наливных помад. Классный подарок, мне кажется, для новичка. Поэтому, девчонки, кто не зарегистрирован, ой, мне кажется, только ради БАДов можно зарегистрироваться. Потому что относительно качества цена, мне кажется, на эти БАДы очень дешевая. Самая адекватная Фаберлик. Вообще супер. Я довольна, я их пью, и вот у меня одни положительные эмоции. Только. И анализы. Все как бы, ну, проверено уже. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Подарочек будет в следующем каталоге классный. И в этом каталоге тоже подарок интересный. Ну, а я вас всех люблю, целую. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Всем пока-пока.